ACA heavyweight champion of the world, here is Tony Hall Johnson! Звезды смешанных единоборств на турнире ACA 137. Два титульных противостояния. 120-килограммовая машина, американский Халк, Тони Джонсон в бою против Салимгерея Расулова. Бой за титул чемпиона ACA в полутяжелом весе. Сможет ли сохранить титул непобежденный Муслим Магомедов или же Григору Матевосяну удастся свергнуть чемпиона? Плюс в карде Артем Фролов, Рамазан Кишев и Иван Штырков. Не пропусти! 6 марта. Баскет-холл. Билеты и прямой эфир на acamma.com.